Шок с паузой на проверку здоровья. В ульяновских торговых центрах теперь можно проверить артериальное давление и получить рекомендацию врача. Смерть снижается, но ее уровень еще далек от желаемого. Слишком высок этот печальный показатель среди людей трудоспособного возраста. На первом месте в списке причин – заболевания сердечно-сосудистой системы. Выявить опасность на ранней стадии должна помочь городская акция. С всего ноября месяца, с понедельника по пятницу, в 11 торговых центрах города Ульяновск, где самая большая на настоящий момент проходимость, с 17 до 19 часов, то есть как раз то время, когда люди, как правило, идут с работы, волонтеры из числа студентов, интернов, клинических ординаторов, медиков Ульяновского государственного университета проводят измерение артериального давления и при необходимости выдают людям направление в центры здоровья. Можно не только измерить давление, но и получить рекомендации, как лучше следить за этим жизненно важным показателем. Доказ, что повышенное давление. Пойду теперь в больницу и буду проверяться, лечиться, возможно. Может, пропишут что-нибудь. Организаторы акции надеются, что главными пациентами волонтеров станут представители молодого поколения. Известно, что они менее всего следят за здоровьем. И, как показывает практика, напрасно.